Всем привет, друзья! Вы, конечно, ролики смотрите почаще, но у меня они выходят пореже. Да? Смотрите, как уже подросли эти свинюшки. Прям хорошие, примерно под 50 уже. Да? Кто-то круглее, кто-то не круглее. Прям красивая. Да? Скучили, скучили. Почти месяц, ребят, не было. В общем, поросюшка моим месяц. Буня, даже месяц чуть больше. Прям шикарные поросята, ребят. Те трое поросят, которые были маленькие, слабенькие, но пропали. Что сделать? А так, 9 отличных и одно чуть поменьше. Вот такие поросята. Уже лазят в корыте, так что кто хочет, может приезжать забирать. Видите, пузатенькие, отличные. А ну, давайте я зайду, и это вы не выходите. Я забывал костей, сейчас принесу костей, привез. Я даю, ребят, свиньям кости. Так. Малышня, вон видно, не видно, вам один рябенький поменьше. Ну, вытянется тоже. Сейчас начнет плотно кушать. Они есть прям огромнейшие. Блин, не видно, красная лампа светит. Надо ждать, пока выйдут. Есть прям такие шикарные. Есть чуть поменьше. 9 хороших. А один послабее. Ну, выровняемся, ребят. Да. Эти бомбезные, ребят. Не получается у меня сейчас ездить часто, ну, поэтому и ролики выходят как выходят. О, давайте. И смотрите, какие бутузы, да? Желательно, конечно, чтобы приезжали, вы забирали поросят от свинки. Если нет, то недельки через две все равно Боня будет убираться, поэтому хай пускай ходит до последнего с поросятами, что там, может, какое-то молоко еще выклинчат. И будут, скорее всего, не сюда, отлучаться сюда. Здесь побелено, подготовлено, корыто ставится. Все, тут для такого количества, пока место найдется, переноют. Без мамки. Давайте сейчас, может, принесу костей. Дё, дё. Или пойдемте покажу, наверное, вам маску с кабаном. Вот, ребят, зашел. Вот у меня машина. Машунька, ты прям и попасал. Знаете, насколько кабан от нее меньше? А кабан килограмм 100. Ну ты прям, Маша, Геракл, Геракл. Да, здоровенная ты свинья. Большое свинье. Да, да. На вас-то у тебя здесь, ну, тепло. Вас не грызи. Цепок у него, он висит, но он не видно. Машенька, хорошая ты свинья, Машка. Да? Ты прям хари свои не влазишь в эту. Ну, не знаю, округлилась вроде немного, может и супа росла. Да, может и суп просто. Ну пойдемте, дадим тем свиньям костей. Нет, пока, ребят, не успею. Хотел купить наверх листы ДВСП и ДЭП. Как оно там называется? Чтобы теплее было. О, видите, бутузик. Что ты? Куда мы лезем? Куда мы лезем? Вот это вот. Копченый окорочок. Вот, сейчас я тебе даю. Вот как. Любят они кости, это все.
спокойно могут есть свиньи. Думал отдать собаке соседской. Но собаки соседской сегодня убирали кроликов. И собаки дали голову из-под кроликов. Голячие головы, собака овчарка. Ходить с ней есть, поэтому это все можно скормить им. Свиньям. Видите, лазит уже в корыте, что-то плямкает. Пузатенькие хорошие поросятки. Чтоб кто-то поносил, я не вижу. Что все нормально. Да, конечно, бы они не поднадоели, но ничего. Да, пацики, может зайти вас погонять. Боня от меня уже отвыкла. Боня, привет. Давай. Ты думаешь, я тебя выпускаю? А нет, пускать я тебя не буду. Я хочу, чтобы малышня вышла. Бонечка, это конечно, тебя немножко высосали. Ты прям поменьше стала. Но ничего. Вот бутузы какие ходят. Да, Боня. Нет, пачек. Боня. Вон один рябенький, самый маленький. Ну, не пропадает. Пропал бы и не пропал бы, ну. Как есть. Может отсюда я их поснимаю. С этой стороны. А так, видите. Хорошие ребята. Те трое самых слабеньких пропали. Может они на плохих сосках. Может еще что-то. Ну, ребят, как есть. От этого никуда не деться. Это жизненно. Поэтому как бы я Бонни убираю. Тяжело ей выкармливать все количество поросят. Так, ну а так все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. Ну, он такой рябенький, слабенький. И всем пока. А эти меня грызут. Ну что вы меня грызете? Сапоги погрызи, ходил, да? Не грызи сапоги. Они у меня одни. Все, ребят, всем пока.